конфликт между исполнительным комитетом и народным собранием, он априори заложен. Я не имею в виду конкретные случаи сегодня, а вообще. Почему? Потому что главой исполнительного комитета является Башкан, который выбирается народно, и Башкан формирует исполнительный комитет, и, соответственно, структура управления жестко вертикально. Это но нормально. Это же народ избирает. Это нормально. Народное собрание. Это все-таки такой кафтан, который соткан из 35 депутатов, представляющих разные округи. Поэтому нам сложнее найти внутри народного собрания единство и одинаковое понимание некоторых вопросов. Поэтому исполнительный комитет, выходя со своими законодательными инициативами, которые жестко структурированы, как я уже говорил, на уровне исполнительной власти, сталкивается с тем, что народное собрание не всегда воспринимает, потому что там 35, как правило, разноплановых депутата. Поэтому это исторически заложен этот конфликт. Понимаете? Кроме того, внутри Гагаузии есть еще один конфликт, который, в общем-то, создан искусственно, но тем не менее он есть. В связи с тем, что выборы Башкана и выборы Народного собрания разведены по периодам временным, то есть через каждые два года, получается, исполнительный комитет должен утверждаться Народным собранием два раза при одном Башкане. Потому что выборы в Народное собрание, выборы исполнительного комитета примерно 2 года разница. И получается все время вот этот конфликт. Но вы обсуждаете, как решить этот момент? Нужно изменение национального законодательства, в данном случае закона об особом правовом статусе Гагаузии, но мы никак не можем к нему приступить, потому что наша законодательная инициатива в парламенте пока не нашла отклика. А она звучит таким образом, что изменения в закон об особом правовом статусе Гагаузии на улице уровне Республики Молдова должен происходить только при согласии Народного собрания. Пока это изменение не будет внесено парламентом, мы не можем инициировать изменения в национальное законодательство, потому что можем попасть в сложную ситуацию. Поэтому законодательная власть и исполнительная власть на уровне Гагаузии – это две автономные ветви власти, которые должны быть в конфликте в хорошем смысле слова. То есть друг другу оппонировать для того, чтобы находить правильное решение.